И снова здравствуйте. На календаре 11 июля. В Московской области жарко, очень жарко. 11 июля 2024 года. Выбрались мы в лес, недалеко от Подольска. Ну, сейчас покажу, что мы уже нашли на данный момент. Нашли чуть-чуть лисичек. Лисички уже такие, знаете, перезагорелые. Долго-долго они нас ждали. Ну ничего, дождались. Вот она, Андрюшечка, идет. Смотри, что я нашла. Смотри. Доброе что... утро. Доброе. Нормально. Да я и не думал сегодня, честно. Да. Я только вот таких лисичек собираю. Да. А это же какой? Смотрите. Как ты его нашел? Ну-ка, давай бери, так я на него прям вышла. Чувствую, это ручеек на той стороне пошел. Думаю, ну куда-то ты пропала. Да. А потом слышу, кричит. О, тверденький. Да. Вот он. Смотрим, да. Хороший, хороший. Да, еще и не сильно желтый. И через ручей через ручей прохожу, а там мокро. Да, вроде ну, там в русле ручья очень мокро. Ну. Ай-яй-яй. Только. Ай-яй-яй. А ну-ка вдоль сделай, я посмотрю. А вдоль. Ну, жалко, да, какие дырочки. Глазки такие. Ага. Подглядывай. Давай. Ну давай. Серединку вырезать. Ну вот видите. Первый белый уже есть. Да. Эти почиканные. Начало положено, да? Иди, иди. Что ты там ходишь, вот это вот просто так ходишь? Я честно скажу, я тебя потерял, тебя ищу. Да? Да. Грибы уже не смотрю, а тебя бегаю еще. О, ничего себе. Тебе сегодня везет. Да. И сегодня вообще пока первенький. Я еще не нашел свой. А у тебя уже, гляд, двоечка, да? Корняки, смотри, какие. О. Да, да, да. Моховые, да, корняки? Да. Там, смотри, этот вон слизень сидит, сейчас ты его прорежешь. Ух ты ж, ничего. Порежем мы его как раз на мясо. Да и ниже там тоже слизень, убери его. А где он? Ну, вот там же, где этот был, переверни. Алло, у меня там желтые. Вот, а я тебе о чем? Пальцы. Переверни гриб. Переверну. Смотри. О, малюська такой. Ну, так он же будет есть его. Да. Ну. И мы его, может, будем есть. Давай, складывай. Ну что, Андрюшечка, я тебе показала, да, где они растут. Да. И теперь ты по моим следам, да? Наконец-то. Ага, да. Наконец-то, да. Так. Ну, я лисички вижу. Ну, что ты пришла сюда? Вот он, прям на дорожке. Надо было Леночку снимать, как она тут. Прям вот она, тропинка идет, вот она. Смотрите, прям на тропинке. Можно споткнуться. Ага. Видишь? Давай. Ой, какой он хороший. Толстый. Толстый, крепкий, верно? Ага. Корни все там остались. Да, да, да. О, нормально. Ну, да. Как раз. Давай. На супчик. Давай. На супчик. А вон те лисички. А где? А вон они. Вот они. Это ли малышки такие. Ну да. Это название только, да. Лисички. То есть ее либо поломали в детстве в глубоком, либо съели. Да нет, она как-то не развилась. Она не выросла. Да. Шли. И лисичку нашли. О, смотрите, какие крупные. Да, она уже подсушенная. Вот она. Да, кстати, кто хочет гриб сушеный, тут уже воды в нем почти нету. Ну, такие прям хорошенькие. Вот такие уже сейчас редко найдешь такого крупного размера. Вон они, видите, прям такие хорошенькие. Во. Кучечка.
И вот тут вот тоже. Смотрите, вот сейчас я вам покажу, что происходит с лисичкой, когда она прям совсем долго стоит. Видите? Она прям уже совсем сохнет на корню. Это еще по сравнению вот с этой. Вот это прям очень приличная. Вон она. Оп. Вон они, видите? Да. Точно. Кстати, вот жители северных регионов, о, они такую лисичку не видели. Он там тоже вот, есть, да? Пушины, да? Он, да. О, у Андрюши. Вот такую белую лисичку они не видели. У них только желтые лисички. Ну, зато в томате хорошая она. Да. Такая сочная будет. А. Да. Ой, слизня чуть не про это поцеловал. Он такой-то противный этим. Все, уже иду я к машине. Андрюша, вон там машина стоит. Андрюша стоит. Я уже вышла из леса. Нагулялась. Почти 3 часа ходили. Вот столечко лисичек. И там 3 беленьких. Ну, это вся наша добыча. Очень, конечно, печально. Но грибов, похоже, в ближайшее время не будет.